Добрый день, уважаемые зрители Паяльник ТВ. В сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать о работе над своим лабораторным блоком питания. В качестве схемы разберем 17-ю версию простого и доступного лабораторного блока питания с формы паяльник, которого предложил старичок. Разберемся, как работает схема, спаяем и проверим. Все полезные ссылочки будут в описании к роликам. Но начать историю я предлагаю с самого начала. Еще в декабре 2019 года под Новый год я устраивал стрим, на котором разбирал источник постоянного тока B5-29. Он был в полурабочем состоянии, однако меня совершенно не устраивало в нем отсутствие регулировки тока и индикатора напряжения. Поэтому я решил на его основе, ну а точнее сказать в его корпусе, сделать себе лабораторный блок питания. И затянулось. Где-то месяц назад, осознав, что проект превращается в самовар Бирбраера, я решил, что пора оставить попытки найти идеальную схему и собрать что-то простое и рабочее, так сказать, сдвинуть проект с мертвой точки, чтобы все задвигалось. Печатку развел на стриме, отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня. Вы лучшие. Платки были заказаны, как всегда, у сервиса GLC-PCB. Тут как обычно. Заводское качество за шапку сухарей. Попутно я решил попробовать сделать лицевую панель, также в виде печатных плат. Начертил все, сформировал гербер-файлики и залил их также на GLC-PCB. Результат получился, как всегда, отличный. Все размеры сошлись. В описании к видео я оставлю ссылочку на проект в EasyADA, откуда в пару кликов легко сразу эти платки заказать. И знаете что? Мне очень понравилось. Результат. С одной стороны, приходит сразу несколько платок, и в случае чего поврежденную в ходе сборки сразу можно поменять, хотя с другой стороны выходит дороговато. Но в целом дизайн панели в рамках плоскости вас ничем не ограничивает, и получается дорого-богато. Теперь запаиваем все детали. Ну и давайте разберем схему. Пойдем слева направо. Напряжение с трансформатора выпрямляется диодным мостом и фильтруется конденсатором большой емкости. От того, какой трансформатор вы найдете и какое напряжение у вас будет вот в этой точке, зависят номиналы некоторых элементов на плате. В моем случае тут стоит еще индуктивность, которая осталась наследство от корпуса. Теперь из этого напряжения надо сформировать некоторое дежурное напряжение, которое будет питать наш блок питания. В схеме старичка это сделано на базе TL431, и вот тут формируется 12 с копейками вольт. Этот резистор служит для падения напряжения, чтобы TL431 жилось полегче. Я же решил использовать классический 7812 стабилизатор и подключил все по следующей схеме. Вход дежурного питания у меня подается отдельно, так как у меня в трансформаторе есть несколько обмоток, и я могу запитать схему блока питания не от силовой обмотки, тем самым снизив нагрузку на нее. Изначально на плате я не предусмотрел место под гасящий резистор и пришлось добавлять небольшой пресеранс, так как напряжение с моей дежурной обмотки слишком высокое для LM-ки. Теперь смотрим на силовой ключ. Вот эти два транзистора подключены по схеме Дарлингтона. Что это нам дает? Мы легко можем управлять транзистором BD140, который в свою очередь уже рулит силовым ключом.
Эти транзисторы структуры ПНП, то есть снижая напряжение на базе, мы будем приоткрывать транзистор, и ток потечет от эмиттера к коллектору. Поэтому в схеме стоят вот эти резисторы, которые при включении подают положительное смещение на базы транзисторов, закрывая их, а в дальнейшем ускоряют закрытие транзисторов и увеличивают быстродействие. Ну а собственно вот этот транзистор, открываясь, будет уменьшать напряжение на базе BD140, открывая силовой ключ. Чем сильнее открыт вот этот транзистор, тем сильнее открыты и эти транзисторы. Этот транзистор уже структуры NPN, то есть он открывается положительным напряжением. На резисторах R8, R9 и R10 у нас получается делитель дежурного напряжения 12 вольт, так, что на базе получается аккуратно 0,7 вольта, и транзистор находится на границе полного открытия. Вот в этой точке получается напряжение в 11,3 вольта. Управляет этим транзистором операционный усилитель, а точнее сразу три штуки. Первый отвечает за стабилизацию напряжения, второй за стабилизацию тока, а третий является защитой от перегрева. Все три операционника подключены через диоды. Зачем так? Допустим, в этих точках будет 3, 6 и 10 вольт. Значит, вот в этой точке будет максимум 4 вольта, так как у диодов 1N4148 максимальное падение напряжения по паспорту это 1 вольт. И ток потечет через этот диод. То есть за счет диодов управление транзистором будет перехватывать операционник с самым меньшим напряжением. Идем дальше. Напряжение после силового ключа попадает на делитель напряжения, выполненный на вот этих резисторах. Напряжение с этого делителя попадает на инвертирующий вход операционного усилителя, а на неинвертирующий вход операционного усилителя попадает напряжение с делителя, который представляет собой как раз органы управления напряжением. Ну, парочку потенциометров. Операционный усилитель работает следующим образом. Если напряжение на инвертирующем и неинвертирующем входах равны, то на выходе будет 0. То есть что-то среднее между минусом и плюсом питания. Так как у нас питание однополярное, то на выходе будет примерно 6 вольт. Теперь увеличиваем напряжение на неинвертирующем входе. Напряжение на выходе увеличится, что приведет к увеличению напряжения на транзисторе. Он сильнее откроется, что в свою очередь приведет к увеличению напряжения на делителе. И на инвертирующем входе напряжение также увеличится, и операционный усилитель опять уменьшит напряжение на выходе. Собственно, таким вот образом и происходит стабилизация напряжения. Вот эта RC-цепь отвечает за инертность всей этой системы, то есть быстрые скачки напряжения будут отфильтровываться. Теперь смотрим на стабилизацию тока. На неинвертирующий вход также попадает напряжение с потенциометра, а на инвертирующий приходит напряжение, которое упало на шунте, то есть на вот этом вот резисторе. Вот этот резистор преобразует напряжение с шунта обратно в ток, и тут получается интегратор, опять-таки для добавления небольшой инертности. Стабилизация работает следующим образом. Допустим, ток меньше, чем мы выставили потенциометром, значит напряжение на инвертирующем входе будет меньше, чем напряжение на неинвертирующем входе. На выходе операционного усилителя будет высокое напряжение, и как мы выяснили в самом начале, управление происходит снижением потенциала базы. Значит, этот операционник не влияет на схему. Теперь ток увеличился и, допустим, дошел до заданного нами порога. Напряжение на входах уравнялись, на выходе выставилось 6 вольт. Дальнейшее увеличение тока приведет к уменьшению напряжения на выходе операционного усилителя и, как следствие, начнет закрываться транзистор, уменьшая напряжение. При этом первый операционный усилитель будет пытаться поднять напряжение, но высокое напряжение на его выходе через диод не влияет на схему, так как на выходе второго операционного усилителя напряжение ниже. Так работает стабилизация тока. Тут же сразу посмотрим на вот этот операционник. Он смотрит на напряжение с выходов первого и второго операционников. И на его выходе висит два встречно подключенных светодиода. То есть можно видеть наглядно, какой из операционников сейчас отрабатывает. Происходит стабилизация напряжения или стабилизация тока. Также тут есть тумблер, который позволяет подмешивать сигнал с выхода этого операционника к инверсному входу второго операционника. Это приводит к сильному
полному уменьшению выходного напряжения и закрытию силового ключа. То есть, по сути, это триггерная защита. Когда ток превысит заданный порог, напряжение полностью отключится. То есть у нас получается два режима. Либо стабилизация тока, когда блок питания начинает снижать напряжение для стабилизации тока, либо триггерная защита, когда питание просто отключается при превышении какого-то заданного порога. Теперь остался последний операционник. Это схема термозащиты. Опять-таки у нас два делителя напряжения. В одном стоит терморезистор, во втором подстроечник. При нагреве сопротивление терморезистора уменьшается, и напряжение на инвертирующем входе увеличивается, что приводит к резкому уменьшению выходного напряжения за счет положительной обратной связи вот этого резистора и, как следствие, запиранию силового ключа. Ну и пока терморезистор будет холодный, на выходе будет висеть ни на что не влияющие 11 с копейками вольт. Далее, выходной каскад. Вот здесь нельзя ставить большую емкость, ибо большая емкость успеет разрядиться и сжечь ваше устройство до того, как сработают какие-либо защиты. Вот этот резистор служит для разрядки конденсатора, чтобы не было задержки в регулировке напряжения вниз при отключенной нагрузке. Ну а вот эти диоды защищают схему от токов неправильного направления. Мало ли чего вы там подключите. Вот такая вот интересная схема. Тем временем я все спаял и начал монтировать уже внутрь корпуса. Прикручиваем все провода и настраиваем напряжение на выходе потенциометром делителя. И это не сильно таки обязательно. Просто для идеальности можно выставить 25 вольт, чтобы все четенько было. Кстати, если ваш трансформатор выдает, например, 40 вольт, то подстроить напряжение можно, изменяя номинал вот этого резистора. Рассчитывается все следующим образом. При максимальном выходном напряжении, которое должно быть на 4-5 вольт меньше, чем вот в этой точке должно быть около 11,5 вольт. А дальше уже подстраивайте подстроечник до необходимого напряжения. А пока проверяем, используя парочку мультиметров. Ток и напряжение регулируются. Вот даже перегрев сработал. Все четко. У меня там плохая термопрокладка временная, поэтому все так быстро перегрелось. Сборку в корпусе мне не удалось толком заснять, потому как я выворачивался для того, чтобы все спаять, припаять и закрутить, и было неудобно снимать. На данный момент все получилось не супер красиво, но это только первая часть, в которой я только начал работать над своим блоком питания. Сейчас мне необходимо поменять конденсатор, в данный момент у меня стоит на 58 вольт, а максимальное напряжение с трансформатора при последовательном подключении обмоток можно получить выше 60. Также нужно будет разработать индикатор напряжения и тока, который я планирую делать на SPI-экранчике и микроконтроллер STM32, о чем выйдет отдельное видео. Что по итогу? Я сдвинул проект с мертвой точки. Мы разобрали схему простого и доступного лабораторного блока питания. Она оказалась действительно простой и рабочей. Спасибо старичку и всем остальным участникам форума, кто развивает эту тему. Также огромное спасибо всем тем зрителям, кто поддерживает меня финансово, ставит лайки и пишет комментарии. Вы действительно ускоряете выход новых видео и поддерживаете меня, мотивируя выпускать новые интересные ролики. Подписывайтесь на канал Паяльник ТВ, чтобы не пропустить новые интересные видео. А с вами был Андрей. Пока.